Скажите, пожалуйста, про вашу практику на первой ступени. У вас было время попрактиковать. Какие были ощущения? Возможно, вы начали чувствовать руки, тепло, вибрации. Возможно, жизнь стала меняться, какие-то события стали происходить. Поделитесь, пожалуйста, вот что поменялось с получением первой ступени. Жизнь стала меняться, сразу скажу. Вот эти все аффирмации, да, как вот то, что мы прописывали, запросы, очень, ну вот прям по мне так очень сдвиги такие серьезные пошли, так как я была совсем загружена там работой, детьми, а сейчас я понимаю, что вот так вот я выпрямила спинку и пошла себе деловая, такая красивая, умная, образованная, все умею, все могу, все успеваю, и я ценна в этом мире, вот это вот очень здорово. Я начала проявляться, меня стали замечать, и вот я как бы обратила внимание на то, что стали, ну, проявляться и старые знакомые, и вообще вот как-то и мужчины потянулись, и это было очень существенно, скажу я вам, очень существенно. В общем, большие плюсы получила. Главное, поработала, действительно потрудилась, там не просто так, а вот позанималась, поработала над собой, это здорово, да. Результат есть, правда. У меня не так давно это рейки, я практикую ее. Ну да, жизнь стала меняться. Повторюсь, старые знакомые вспомнили. Начали как-то более активно общаться, хотя с этими людьми особо не общались. Ну, одноклассница была. Ну и в жизни изменения стали... Я более людей, что ли, стали не то что чувствовать, а именно замечать их поведение. Именно акцентировать. И аффирмации... Ну, то есть, прислушиваясь к себе, я, наверное, больше диагностирую аффирмациями себя. То есть, я не говорю, что я там от чего-то хочу уйти или еще что-то. У меня именно, ну, в положительную сторону. Что правильные установки. То есть, ну, по крайней мере, пока я живу вот установками, что мне вот надо кабинет. Я примерно обрисовала его, обрисовала, что мне надо, в аффирмацию. И буквально через 3 дня мне уже подсказали, где этот кабинет. Здорово как. Уже начала практику. Да. Здорово. Ну и руки, конечно, с каждым разом они более ощущаются. Ну и когда себе делала, что на некоторых местах раньше горели руки, сейчас уже потише. Mm-hmm. То есть что-то уходит. Mm-hmm. Ну и как-то жить. Что-то полегче как-то стало. Мне кажется, что вообще сейчас все горизонты открыты. Спасибо. Ну, я же говорила, что моя жизнь, она как будто бы после первой ступени абсолютно начала крутиться, вертеться, то есть, ну, меняться. И... Скорее всего, это из-за запроса, который у меня был. Вот. Помимо вот этого, да, ты чувствуешь лучше людей. Ты как бы каждый день проговариваешь принципы рейки. И, ну, как бы уже твой день начинается хорошо. Поэтому мне кажется, что... Даже какие-то вот, ну, вот незначительные какие-то эти... Ну, меняется вообще все, как бы отношение людей к тебе. Ты замечаешь, ты стала добрее к ним, и, ну, как бы, да, к тебе тянутся люди. У меня тоже очень много знакомых, с кем я перестала общаться. Они обратно потянулись. И ты, как я заметила после вот первой ступени, ты... Просто тебе нужно сделать выбор, все осуществляется. Просто нужно что-то сделать, шаг к чему-то, и это сразу происходит. Вот.
Спасибо. Здорово. Очень рада, девочки. Спасибо вам. Спасибо вам за обратную связь.